Всем привет, дорогие друзья, и с вами, как всегда, я, Глеб. И сегодня я поиграю в такую прекрасную игру, как Горы Бокс. Эта игра очень реалистичная. Я сегодня буду записывать не то чтобы прям какой-то мини-фильм, просто буду записывать зачистку вот этого... вот этой деревни, поселка, не знаю... Может, даже маленького такого городочка, хотя городом это как-то плохо назвать. Ведь тут даже не город, тут руины какие-то. Ну, вот только вот этот, по факту, нормальный дом. И все. Ну, вон тот, может быть. И все вот прям. Вся остальная разрушена. Вон там разрушена, вон там вдалеке тоже вроде бы разрушена. Это тоже там где-то разрушен. Я знаю об этом. Что ж... Сегодня я буду делать спецоперацию по зачистке этой территории. Сразу же говорю то, что тут буду я выступать в роли спецназа, а тут будут бандиты, которые типа там что-то шалят и что-то делают то, что нельзя делать. Например, там грабит магазин и так далее. Вот. Мне пришло сообщение об этом, и я, естественно, отправился сюда. Ну, а я просто хотел сказать еще, почему же я не записываю видеоролики на компьютере. Почему, почему? Ну, потому что у меня очень слабый компьютер. Не то, что прям очень... Но я перестал записывать, потому что когда я что-либо записываю, у меня лагает. Мне самому не то чтобы приятно, мне самому неприятно играть, когда у меня лагает. Ну ладно, я могу потерпеть ради контента, ради подписчиков у вас. Вот я могу потерпеть. Но я же понимаю то, что вам тоже будет неприятно смотреть на то, как я играю в... игру, которая лагает. Поэтому я не записывал ничего, чтобы не тратить много времени. Что ж, ну а я думаю, можно начать. Можно начать. Итак, вот я прибыл на это место. Городок вроде бы полностью нормальный. Уберу пока что оружие, чтобы не привлекать к себе внимание. Черт. А тут даже все нормально. Ничего такого нету. Вон там люди. Вот тут тоже люди. Все нормально, никто никого не грабит. Черт, может быть это ложный вызов? Ну нет. Я точно найду этого подлеца, который решил сделать этот вызов. Черт, я сюда ехал целых 2 часа. И ради чего? Ради того, чтобы просто узнать то, что это все ложный вызов? Не, я его найду, и точно он заплатит штраф в размере 10 000. Наверняка будет так, ведь тут... Я ехал 2 часа. Целых 2 часа. Черт. Я не знаю. Ладно. Пойду-ка пораспрашиваю некоторых людей. Так, думаю, сначала начну с бармена. Я вам сказал, он сказал то, что я не буду платить за этот напиток. От... Я его случайно уронил, он разбился. Черт! Молодой человек, я вам снова объясняю, вы обязаны за него заплатить. Так, можно, пожалуйста, я вас прерву? У меня вопрос к бармену. Здравствуйте. Тут дала... Сказала, тут позвонили в участок и сказали то, что какие-то действия незаконные принимают жители этого поселка, деревни, можно сказать, даже города.
Да нет, нет, все хорошо, все, тут ничего тут такого нету, да. Ну, ладно, хорошо, я тогда пойду. Да, до свидания. Это как-то интересно. Он разговаривает с каким-то дрожащим голосом. Машина стоит. Что-то я не знаю. В маске подозрительно. Так, расспрошу о том. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Что вы хотите выпить? Я ничего, я спецназовец. Меня сюда отправили. Насчет того, что у вас какие-то тут происходят незаконные действия. Это так? Нет, я не могу повернуться, извините, я тут очень сильно занят. Да ладно, ничего, продолжайте. Нет, тут ничего такого нету, видимо, это был какой-то подлец, который решил так пошутить. Ничего тут нету. Хорошо, спасибо, до свидания. Ой, а как это так? Это все будет оплачено нашими, государством будет оплачено, извините, пожалуйста. Блин, как так? Капец. Так, ну ладно, все равно я обязан тут провести обслеживание. Мужики на крыше что-то стоят. Разрушенный дом вот тут. Ну все, ничего нет. В колодцах никого. Что? Подождите, что? Надо проверить. Все заряжено. Черт. Ну как? Черт, ну как? Что? Фу. Не расстреляны, они просто-напросто нас расстреляны, черт! Прием! В этом городе я нашел маленький сарайчик, в нем три трупа, они лежат возле стены, как будто их расстреляли, просто-напросто, как будто их расстреляли, черт! Так, успокойтесь, вы же достаточно хорошие спецназ, и уже были в таких ситуациях, почему так нервничаете? Да потому что я уже разговаривал с некоторыми людьми. Они все говорили, что тут хорошо. Они были очень сильно напуганы. Мне страшно, черт. Весь город, поселок, деревня, он большой. Все это на мне. Да тут наверняка есть люди с оружием, если они расстреляны, черт. Пожалуйста, вызовите подкрепление, я вас умоляю. Хорошо, я вызову. Только успокойтесь. И... С кем вы разговаривали? Да тут есть два бара, я разговаривал там с людьми. Итак, сейчас зайдите туда. Так, сейчас зайду в первый бар, хорошо. Итак, кто там? Тут какие-то два гражданских, один бармен. Расспросите бармена, хорошо. Что вы знаете об этом городе? Что тут происходило в последнее время? Да, ничего. Просто... Да. Черт, убивай этих гражданских, но не бармена точно. Почему? Потому что он в заложниках. Хорошо. Все сделано. Хорошо. Вам вызвали подкрепление. Тут есть машина. Пройди туда. Ага. Руки за голову! Что происходит? Что у вас находится в машине? Посмотрите сами. Там люди. Ах ты ж... А!
черт, люди. Как так? Вроде бы нормальный город был. Первый, второй, черт. Хорошо, что я еще прибыл сейчас. Hello there. Ой, чтобы с ним можно убить. Черт. Есть второй еще бар. Зайди, я могу зайти во второй. Да, да, изи. Тут два гражданских. Хорошо, кстати, а во что одеты гражданские? Ну, один в синюю футболку, все хорошо. В перчатках, правда, а второй тоже то же самое, только цвет одежды другой, но у него маска. Убивай того, что в маске. В смысле, убивай. Прямо. Я попробую его задержать. Нет, нет, стой, я не хитрый. Руки за голову, поднимите руки. Ладно, я сам попытаюсь. Ой! Черт! Он меня ударил! Я ж тебе говорила! Не двигаться! Иначе я сейчас тут всех переубиваю! Второго тоже убиваю! Не все время держится вместе! Бармен! Повернитесь быстро! Пожалуйста, я не могу повернуться! Убиваю его тоже! Черт. Меня. Еще одно сообщение пришло. Они очень сильно благодарны вам. Но здание, в котором вы только что зачистили первый этаж, а во втором творится дичь. Зачистите второй. И всех убивайте. Всех сразу же. Хорошо. Я попытаюсь все сделать быстро. И никого не ранится. Я зашел, я уже в одной квартире был, я там убил. Тут лужа крови. Черт. Что тут было? Я понял. А нет. Она просто протекла сюда. Руки за голову. Хотя... Я уже это понял. Все. Зачистили. Я зачистила этот дом. Хорошо, отлично, теперь зачисти весь город. Убивай всех. Всех. Хорошо. Что? Дробовик? Черт, тут что-то не ладно. Нужно быть осторожным. Пожалуйста, не надо. Я вам отдам деньги, все деньги, хорошо? Нет, мне нужно прямо сейчас. И прямо сейчас ты будешь мертвецом, если не отдашь. Пожалуйста, черт, не трогай меня, я вот моя. Кто-то сговаривал. Тут посторонний. Руки за голову. Черт, руки за голову. Отстреливай его, не дай ему тебя обмануть. Этот человек его прицеловал, я думал, он мирный. Мы никому не можем верить. Что это значит? Ладно, оставь его в живых, так уж и быть. Черт, тут мертвый человек. Несколько пуль в одно место. Мне кажется, это был дробовик. Просто в упор выстрелили. Почти что в упор. Так, ладно. Черт, тут вроде бы все.
Ну что, там долго подкрепление-то будет идти? Нет, еще недолго. Хорошо, только быстрее. Хорошо. Так, я тут проверяю все. А, никого нету, все. А другое место. Черт. Какое именно из них? Ну, он такое маленькое, там буквально где-то 3 домика. Хорошо, я прямо сейчас отправляюсь туда. Так точно, сержант. Ладно. Черт. Что-то страшное тут происходит. Ну как? А, я прямо тут, прием, я прямо тут. Хорошо, молодец. Просмотри все и будь аккуратен. Хорошо. Черт. Тут мертвый человек. Здесь. И еще все. Человек на крыше человек. Лучше всего выстрелил в него. Ну как, мы даже не знаем, хороший ли он, просто стреляй. Ладно. Он упал полком. Добей его. И первый же попытка. Подожди, а опишите его внешность. Ну, какой-то мужик в перчатках коричневых, в телесной футболке, в джинсах и в каких-то ботинках. Это известный маньяк. Не зря я тебе сказала, уйди. Я так чувствовала. Так, иди теперь в другой город. Там заложники. В большом ангаре. Заложники. Хорошо, я прямо сейчас иду туда. Быстрее, быстрее, давай же. Ну уже. Так вот. А что ты там говорила, то что на левую часть не идти, да? Да, не иди на левую часть. Хорошо. Все. Я пошла направо. Тут какие-то дома. А, это магазин. Это магазин. Человек, он нет, он мертв. Его убили каким-то дробовиком. Ладно. Вот у меня будет один дробовик. А тут... Тут... Тоже здесь. Там же продаются дробовики. Вот отсюда у них оружие. А ты говорила, что в амбаре. В амбаре есть заложники. Ну да. Тут нет. Тут никого нет. Никого. А попробуй-ка обойти амбар. Хорошо. Руки за голову. Как мне понять, это убийца или кто? А убийца либо в красной футболке, либо в перчатках, либо же... нет, в перчатках... давай быстрее, или же в бороде. А то... Красная.
заложники тут. Я выключил этот город. Молодец. Это очень хорошо поработало. Поле. Полиция. Черт, как это... Это... Это полиция. Ладно. Я жду подкрепления. До связи. Что ж, вот полицейские, они уже прибыли. Как потом уже все разъяснилось. Оказывается, я даже убил одного мирного человека. Но это уже ничего не имеет, ведь. Хотя нет, имеет. Очень много имеет. Я лично, я сам лично принесу соболезнования и его родителям, но я сейчас покажу этого человека. Как бы это бармен, да. Бармен. Хоть он и был очень странным, но это было из-за того, что ему угрожали. А я подумал то, что он просто-напросто убийца. Также заложников тут получается, считаю вот этих и все остальные, кто остался жив. Вот так вот. А оказывается, тут была просто какая-то мафия, заправляющаяся этим городом, так сказать. Она жила именно вот тут на втором этаже, который я благополучно зачистил. Да. Я не знаю, почему они не достали оружие, когда услышали выстрелы еще на первом этаже. Видимо, хотели сдаться, но не сказали делать все и сразу же. Конечно, в некоторых местах я не слушался. И вот тут вот там убили одного мирного жителя, просто изначально. Ну и также много где мирных жителей, например, вон там у стенки. И как я потом понял, и вправду, там были заложники, и один из них позвонил нам. Ему уже дали медаль. Ну, вот так вот. Я зачистил город мафии, так сказать. Ну, а всех я благодарю за просмотр. Все подписывайтесь на мой канал, естественно. Ставьте лайки, если вам понравился этот видеоролик. Если вы хотите отслеживать мои видосы, которые, ну, выходят постепенно, там, да, то просто нажмите на колокольчик и отметьте все. Также пишите комментарии, какие вы хотите, чтобы я, на какие игры вы хотите, чтобы я снимал видосики. Например, я там могу Супер Сас, который я вот недавно скачал, я не знаю, мне понравится или нет. Вот. Ну, всех я еще раз же благодарю за просмотр. Всем пока.